Ну а в преддверии саммита состоялась конференция, посвященная роли СМИ в странах Восточного партнерства. Ответом на российскую пропаганду не может быть контрпропаганда, но свобода прессы и плюрализм. Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужниекс. Я уже давно говорил, что единственный способ конкуренции с российским телевидением – это сильное общественное вещание на русском языке. И это требует инвестиций, это требует времени. Это непростое задание, но я не вижу другого выхода.